Всем привет! Кто видит нас, кто смотрит, кто подписан, кто не подписан. Меня по-прежнему зовут Сергей, вы на канале Антон М. Наши продуманы сделали пускач и сейчас заводят трактор. О, блин. Заглох, Игорь, что ли? Ну так, прикалываемся, видео ни о чем. А этих, вон, сережки. Улы. На улице погоду плюсовая, ногти за солнце закрывать. Обогатить топливо. Бендик не включен. Два раза нормально, а в третий раз уже кусаться начал. Так ты вот сюда эту масленку вернул, блядь. А положена она там. Нихуя она не положена. Вон у них с него вода фигачит. Вон, видишь? Не положено. Залило там все. Это откуда такая вода? Не с него? Это с редуктора. Конденсат, да? Ну правильно, уже он 3 года с пускача не заводится. Зимой с пускача? Да ему пробздеться надо, прочихаться, прокрутиться. А он стоит, блин, и, конечно, все будет закисше. Сейчас хоть Игорек научится дергать. Да? Как говорил великий наш вождь, да не крутит он ничего. Давай, давай, включай. Крутит, да? Включил бендик? Видео не о том, как включается бендикс, а о том, что наш пускач заводится троем. С толкача надо его заводить. Да? Закуновский, Игорь, зацепить его, пускач завести, а потом МТЗ. О. Познавательное видео. Ладно. Ничего страшного. Для молодежи видео. Так, так, так. Что это такое-то, Серег? Да хуй знает. А восковольтник-то что? Уже содрал его просто. Так он еще и без восковольника как работал, так и дальше работает. Ты бендикс не можешь включить. Да он бендикс что-то своеобразный здесь, блядь. Так вот крутит, блядь. Нажимал, блядь.
Трону пройти. Не хватает трубы. Да да включи ты его монтажкой, да и все на. Все он включен, тут уже некуда включать-то, блядь. Где-то здесь чуть-чуть, блядь, не до конца, где-то, блядь. Так ты его обратно вон отводишь, он вырубается. Так и должен, там включен. Такого крышка его обратно выбивает, нахуй, и все. Ой, блядь. Взял за хуячил. Серег, ладно, давай старым дедовским способом. Все, я свое дело знаю. У тебя нижняя вот эта тяга, она все портит на. Ну что, еще раз попробуем? Не будем? Ну все, короче, испытания прошли неудачно. Нет.